Здравствуйте, а вы помните вот эту песню Высоцкого, что «Небось картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять»? Ну, Высоцкий был гений, и он тонко подметил, что картошка и сало – это близнецы-братья, и разделять их ни в коем случае нельзя. Жареная картошка – это типично мужское блюдо, но главное – правильно его приготовить. Для этого нам понадобится, конечно же, картошка, основная составляющая, грибы, зелень, сало. Сало лучше брать соленое. Оно меньше выжаривается и лучше сохраняет свой вкус. Притом вот в этом кусочке поджаренного сала присутствует солоноватая нотка, которая очень тонко сочетается с остальным блюдом и дает просто неповторимый вкус. Ну, вот так вот. Покуда у меня печка разгорается, я нарежу картошку. Ну вот, смотрите, картошка уже нарезанная, но обратите внимание, какая мутная вода, это вымывается крахмал. Сейчас я эту воду солью, залью новую и снова промою. Но нужно, чтобы вода была прозрачной, и тогда картошечка будет хорошей, она будет не слипшейся. Каждый кусочек будет подрумяниваться отдельно, потому что если не сделать этой простой процедуры, картошка в сковородке слипнется сплошным коржом таким. Эта процедура чем-то похожая на приготовление плова. Вот в плове, если рис промыть, это будет плов. Но если рис не промыть и сварить его, это будет такая склизкая, скользкая каша. Шаг первый. Жарим сало. Очень важно правильно поджарить сало. Жарить его нужно за степенью подрумянивания. Если сало не дожарить, оно остается невкусным. Вот в условиях кухни весь этот аромат, он вылетел бы в выход, и вы его даже не почувствовали бы. А здесь вот я ощущаю вот эти ароматы. Ребята, пережаривать не надо. Сало уже готовое, снимаем. И сразу же засыпаем в этот жир, засыпаем грибы. Шампиньон очень нежный гриб, он не нуждается в том, чтобы его чистили. Единственное, что я после покупки в магазине грибы помыл и обновил вот срезы, освежил срезы. Скажите, вот у вас случалось так, что вы жарите грибы? Вот вы в большинстве сковородки жарите эти грибы, там полкилограмма грибов, а запаха, аромата нет, совершенно нет. На плите вот там все жарится, булькает, а аромата нет, никакого грибного аромата нет. Просто грибы надо жарить правильно. Грибы жарятся на очень раскаленной сковородке. И тогда они не варятся, они не успевают выпустить свой сок, а сразу же начинают поджариваться. И сохраняют вкус и запах жареных грибов. Вот сейчас обалденный просто аромат. Смотрите, буквально пару минут грибы начали подрумяниваться. Все, они уже готовые. Они сохранили весь аромат, весь вкус. А картошка будет жариться отдельно. Ребята, еще один очень важный момент. Перед тем, как жарить, картошку нужно высушить. Высушиваю я вот таким кухонным полотенцем. Картошка сразу должна начать жариться. Не вариться, не тушиться. Она должна жариться. Вот поэтому, во-первых, чтобы не разбрызгивался жир. Во-вторых, у воды большая теплоемкость, и вода при испарении забирает температуру сковородки. И картошка вместо того, чтобы жарится, она начинает тушиться. И она стоит не жареной, а тушеной. Дольше жарится, и картошка не получается такой вкусной. В кулинарии есть такое общее правило. Все, что жарится в сковородке, должно закладываться на раскаленную сковородку. Итого, от себя вот так.
чтобы не обрызгаться жиром, засыпаем картошку. Вот так сразу я ее смочу жиром. И все, я ее не трогаю. Ближайшие 5 минут я ее не трогаю. Пускай поджаривается. Ну и покуда жарится картошка, я подготовлю зелень. У меня здесь укроп, петрушка, базилик. Без всего этого вполне можно обойтись. Но когда же это кушать, если не летом? И еще подрежу зеленого лучка. Мне кажется, картошка со стороны сковородки уже поджарилась. И теперь мешаю. Вот так. Вот красиво я хотел добиться. И вот только сейчас нужно посолить. Но не пересолите. Из того расчета, что сало соленое. Высыпаем грибы и сало. Зелень. Готово, снимаю. Ребята, отдыхайте вкусно, разделяйте со мной мое увлечение. Поверьте, оно этого стоит. Дерзайте, у вас тоже все получится.